Очень. Ханюшки, ребятки, с вами Олег Алабудин, и сейчас мы проходим мануальную терапию. Вот ударные техники, давайте рассмотрим. Они нам иногда нужны для того, чтобы раздвинуть остистые позвонки, декомпрессировать их, чтобы они не вместе были, да, а вот с расстоянием примерно в пальчик между ними. Для этого мы обычно используем простукивание либо через ладонь, вот упираемся, вакуумная ладошка, да, упираемся в них, в каждый, и декомпрессируем вверх. Все движения, естественно, делаем снизу вверх. И также нам надо фасеточные суставы на поперечных отростков позвонков тоже постучать. Мы обычно это делаем. Это достаточно жестко бывает, не каждый терпит. Или вот бывает через свой палец, да, вот уперлись в ямочку под остистым позвонком и через палец так вот пробиваем. Болезненно, да? Чтобы не было больно, дарю вам лайфхак. Делаем это молотком, но не напрямую, конечно, а через мячик, через теннисный мячик. Примерно представляем, вот нащупали, да, где нам прицелиться между ними, ставим сюда мячик. И дальше позвонки идут остистые через каждые два пальца. То есть через один на второй палец получается вот так. Прижали, придавили и под 45 градусов вот туда я его пробиваю. Чуть прокатили. Чувствуешь, мягче так? И вот мы раздвигаем остистые, декомпрессируя их. И также вот реберно-поперечное сочленение. Попали. И примерно через каждые два пальца пробиваем их по диагонали вперед и вниз. Так что, друзья мои, ловите лайфхаки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Алабудин. В следующих видеороликах я покажу вам еще кое-что интересное. До новых встреч, друзья!